Генеральный спонсор места происшествия – станция технического обслуживания «Сервискар». Какой должен быть качественный кузовной ремонт? Такой, который никто никогда не увидит. Европейские стандарты качества. «Сервискар». Весенняя, 54. На улице Осенней столкнулись 4 автомобиля, 2 человека получили травмы. По предварительным данным, вероятным виновником ДТП стал водитель иномарки «Киа». Подробности этой аварии в нашей рубрике «Сводка происшествий». Вечером на улице Весенней трезвый 42-летний водитель Kia Sorento по предварительным данным выехал на полосу встречного движения и протаранил сначала Renault Logan, затем врезался в стоящий КамАЗ. Logan, в свою очередь, отбросила на припаркованную Шкоду. В итоге водитель и пассажирка Renault получили травмы. Сейчас именно они разыскивают очевидцев происшествия. По их словам, водитель Kia вину не признает. И если вы стали очевидцем этого ДТП, звоните по телефону 8-912-375-26-33 или в дежурную часть ГИБДД по телефону 588-38. В Подосиновском районе на первом километре автодороги Демьяново-Подосиновец столкнулись 3 машины. Toyota Corolla, семерка и ховер. От удара Toyota вылетела в кювет. По предварительным данным, никто не пострадал. На улице 4-й пятилетки в Кирове предприниматель на девятке на пешеходном переходе сбил 7-летнего мальчика. Сейчас по факту аварии проводится проверка. Ребенок получил травмы, но госпитализирован не был. В Кельмейском районе на трассе Казань-Пермь с дороги вылетел микроавтобус Hyundai Starex. Автомобиль перевернулся и оказался на боку. Информация о пострадавших сейчас уточняется. Михаил Вагин, место происшествия.